Приветствую вас. Перво-наперво, давайте разберемся с тем, чего вы хотите вообще, что вам нужно. Потому что, если честно, то не очень понятно, чего вы хотите. То есть, вы говорите, что хотели бы избавиться от, значит, зависимости от интернет-знакомств. Вот. Сразу скажу, что я зависимости от интернет-знакомств у вас как таковой не увидел. Вот. Ну, вообще. Не увидел. Может быть, она и есть, зависимость это, но я ее не увидел. А я увидел, по сути дел, посттравматический синдром, значит, опростования. Это я увидел вполне, да, это прослеживается, в общем-то, невооруженным взглядом, то, что такая история есть у вас. Я увидел, что вы, возможно, боитесь близости, вот, я увидел еще такой момент, то есть боитесь сближения, боитесь сближаться с, ну, с людьми, в частности, с девушками. Вот. И, собственно говоря, это данное предположение позволило мне сделать вывод, что, скорее всего, вы не завершили прошлые отношения, в которых вы находились какое-то время. Вот они для вас еще не завершены. Тем более, что длились они несколько лет. Несколько лет забыть не так просто. Вот. Да и, в общем-то, забывать и не нужно, вопреки, так сказать, расхожему мнению. Вот. Здесь скорее нужно завершить отношения. Прошлое, это первое. Второе, посмотреть, что именно вы подразумеваете под словом «отрубает». То что это такое, да, «отрубает», что это? То есть, просто «отрубает» это, ну, это довольно неопределенно звучит. Если отрубает, значит, что-то происходит. Ну, какие-то процессы происходят у вас в сознании, подсознании. Вот. И, на мой взгляд, нужно вот это обязательно рассмотреть, на мой взгляд. На мой взгляд, нужно обязательно уделить этому внимание, вот. Потому что, опять же, без этого вам, скорее всего, не помочь, потому что, если у вас стоит блок на отношения сейчас, вот, а у вас он, скорее всего, стоит, вот, то от интернет-зависимости вы не избавитесь по той простой причине, что ваши желания по-другому реализоваться не смогут. Вот. И это, в принципе, нормально. Поэтому,
если вы ставите вопрос, да, если вы ставите вопрос, как избавиться от интернет-знакомств, то я, соответственно, задаю вам вопрос продолжение. Зачем? То есть, что делать, чтобы что? Вот вы спрашиваете, да, вот что делать, чтобы что? Вот вы избавитесь от интернет-знакомств. И что дальше? Что вы будете делать дальше? Что вы будете делать потом? Вы же понимаете, что интернет-знакомство это, ну, это ни к чему не ведет. Понимаете? Но все равно вы их заводите. Значит, вам это нужно. Для чего-то. Значит, таков ваш выбор. Ну так вот, давайте и постараемся, быть может, сперва понять, чем обусловлен выбор ваш, какую цель вы преследуете, чего хочется, вот, и уже потом, после этого, можно будет выходить из этого состояния, ну вот, из зависимости, которая у вас. Вот. Вот так. То есть это более правильный подход, возможно, для вас. Это более такой профессиональный подход для вас. Понимаете? Вот. А иначе просто вы имеете дело не с причинами, да, а со следствием. Вот. И я не думаю, что это, ну, что это правильно. Не думаю, что это правильно для вас. Не думаю, что это даст вам что-то хорошее. Вот. Понимаете? Дальше. Следующий аспект, который я хотел бы, значит, озвучить вам. Больше года назад я расстался с девочкой, с которой был несколько лет. А вот смотрите, вы здесь говорите, да, разошелся с девочкой. То есть выбор разойтись, по факту был вашим, получается. Ну, поправьте меня, если я ошибаюсь. То есть вы разошлись. Вас, видимо, что-то не устраивало. Ну, в отношениях, да, или как-то так. И волей-неволей возникает вопрос. Если вас что-то не устраивало, то что именно не устраивало вас? И как это, то, что вас не устраивало, коррелируется, то есть сочетается, значит, с тем, что вы теперь переживаете, что вы познакомитесь именно по интернету. То есть вы-то сейчас себя выставляете в некоторой степени в качестве жертвы. Вы сейчас выставляете себя так,
что вы жертва. Но расстаться-то вы с девочкой решили сами. Значит, были для этого какие-то, ну, какие-то обстоятельства, были для этого какие-то условия, были для этого какие-то, видимо, субъективные причины. Вот. И вопрос заключается в том, насколько вы эти причины осознаете. Знаете? То есть, отдаете ли вы себе отчет, например, в том, что вы ушли, да, в том, например, куда вы ушли, то есть, ну, что вы по факту получили, да, уйдя от девушки, вот. Что вы чего вы лишились, уйдя от девушки? Вот. То есть вот эти вот все важные моменты, их вам нужно разобрать самому. Ну или с психологом, если есть желание. Вот. И уже тогда, будет, в общем-то, и понятно, в чем же у вас сложность, в чем же у вас проблема. Уже тогда будет понятно, в чем заключается основное противоречие. Понимаете, да? Вот то, что нам нужно сделать, это найти у вас противоречие, найти его, найти это самое противоречие. Оно есть, просто вы его пока не видите, возможно, но оно есть. Вот. Дальше идем. Так, с тех пор знакомлюсь по интернету через сайты знакомств. Для чего? А вопрос такой, да? Для чего вы знакомитесь по интернету? Зачем вы знакомитесь по интернету? Что вы хотите? Что вам нужно? В чем вы нуждаетесь? Вот, знакомясь по интернету, потому что, вот. Что вам необходимо, какую цель преследуете, то есть, грубо говоря, хотите отношений, допустим, то есть, ну вот, просто хотите отношений, получается, а для чего, а зачем вам отношения, да, вот, Чего вы от них ожидаете? От отношений. Как раз таки. Понимаете? Вот. То есть, вот эти вот нюансы, их, конечно, нужно разбирать, потому что вы сами, возможно, этого не понимаете, насколько это важно. Но именно поэтому у вас и проблема. Именно поэтому вы и увязли в этом круговороте знакомств, да, круговороте знакомств и разрывов. Потому что непонятно, зачем это все. Что мной движет? Чего я хочу, да? Чего там. Чего хочет другая сторона, то есть партнер, например. Вот. Это вот тоже важный аспект ситуации. Вот. Понятно, да?
я надеюсь, о чем идет речь. Дальше. Так, не хочу глубоких отношений. Здесь вот тоже, на мой взгляд, достаточно интересный момент. То есть вы, начиная отношения, уже говорите о том, что не хотите глубоких отношений. То есть вы как бы уже подразделяете отношения на глубокие, да, и неглубокие. По ряду причин. И меня, конечно, интересует, а зачем вам глубокие отношения, собственно, нужны? То есть какую они функцию должны выполнять? Ну вот, по вашему, например, мнению, что они должны вам давать? Опять же, по вашему мнению, например. То есть здесь мне кажется, что нужно вот обязательно этот момент тоже для себя прояснить. Вот. И тогда вам, я думаю, станет, в принципе, гораздо легче, потому что вы будете понимать, чего вы хотите. Вот. А пока у вас этого понимания, ну, понятное дело, нет. Вот. А дальше. Значит, следующий момент. Это, так как знакомились через интернет и общих знакомых нет, то можно просто перестать отвечать на звонки, и человек пропал. Не совсем понятно, кого вы имеете в виду здесь, говоря о том, что кто-то пропал. То есть не совсем понятно, кого вы именно, именно имеете в виду. Себя или девочку. То есть, если пропадаете вы, то, извините, здесь нужно смотреть, с чем это связано. То есть, ну, можете в отношения это можете не вступать, если не хочется. Если там не готовы, например, да, в отношения можно не вступать. В принципе, абсолютно. Но у вас-то история какая, что вы именно уйти хотите от, ну, от человека, именно отдалиться от него, то есть вы такое впечатление, что боитесь чего-то. Вот. И это, конечно, тоже очень важно, чего именно вы боитесь и по какой причине. Это также, я думаю, нужно разбирать. Если это сделали вы, то есть если вы уходите, если вы предпочитаете пропадать, да, там, ну, без звонков, да, без чего-то такого, если вы предпочитаете пропадать, и при этом ориентируетесь на, вот, допустим, других, ну, на знакомых, то говорите, как бы, что вот, если нет знакомых, то можно, соответственно, пропасть. Вот. Тут возникает вопрос, а что же важно для вас? То есть вам важны знакомые, то
То есть вам важно, что о вас подумают, например, при построении отношений. Или что? То есть если бы у этой девушки и у вас были бы общие знакомые, то вы бы не пропадали? И не пропадали бы вы только потому, что есть знакомые? Но к чему бы тогда привели бы ваши отношения? Может быть, поэтому у вас и не складывается, потому что вы ориентируетесь на, ну, на других, а не на себя, например. Мне кажется, это очень важный момент. Ибо от того, как вы умеете строить отношения, от того, на что вы опираетесь при построении отношений, ну, в общем-то, зависит ваш успех в личной жизни. Вот. Так что предлагаю вам на эту тему также подумать. Но понимаешь, таким подходом отталкиваю всех, кто потенциально мне был бы близок. То есть у вас нужда. Есть у вас нужда в близости. Вот. Вопрос в том, что из себя представляет эта потребность близости, то бишь. И как вы эту потребность для себя понимаете. Вот. Вполне возможно, опять же, я в этом до конца не уверен, потому что нужно работать с вами, чтобы понять лучше. Но вполне возможно, что именно из-за вашего желания близости вы и с предыдущей девушкой расстались, и на данный момент не можете ни с кем построить отношения. Так же. Вот. Подумайте, пожалуйста, и об этом тоже. Это важно. Ну а если вы хотите помощи, то выбирайте себе психолога на нашем ресурсе, любого, кто вам придется по душе. Вот, и начинайте работать. Мы будем рады вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи.